Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться по возможности с их автобиографией. Филиппо Баратти, итальянский художник, известен в первую очередь своими востоковедческими сценами. Данные из переводной Википедии. Родился в 1849 году в Триесте. Где он учился или у кого, неизвестно. На самом деле о нем очень мало известно до 1868 года, когда он выставил картину в Музее прекрасного искусства в Милане. С 1869 по 1872 год у него было несколько выставок в Обществе изящных искусств в Турине. В этот период он сосредоточился на работе с ориенталистской тематикой и стал одним из главных представителей этого стиля в Италии. На его стиль само по себе сильно повлияли Делакруа и Жером, чьи работы он, вероятно, видел во время первого визита в Париж. Позже он жил в Париже с 1870 по 1880 годы и Лондоне до 1885 года, где он начал больше концентрироваться на городских пейзажах. Эти работы, пейзажи, часто считаются превосходящими его более ранние работы, которые были созданы исключительно благодаря воображению и подражанию. Вернулся в Париж и находился там до конца 1900-х годов. Умер в 1136 году в Париже. Вот так немного из переводной Википедии о итальянском художнике, который известен в первую очередь своими востоковедческими сценами, Филиппо Баратти. Пока-пока, до свидания.